Всем добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня приготовим холодец говяжий. Складываем кости говяжьи, гамилка и говяжье мясо. Заливаем холодной водой очищенной. Сначала предварительно промыли мясо. Дальше заливаем водой очищенной и доводим до кипения. Собираем пену. Очистим морковь, лук и положим целыми. Будут вариться вместе с говядиной. Холодец варим часа 3-4. Холодец кипит, можно посолить. Заложили морковь, лук, и на маленьком огне кипит холодец. Лавровый лист, перец горошком ложим в холодец. Холодец покипит еще полчаса и будем отключать. Варился общей сложности 4 часа. Уже отстает от кости мясо. Пробуем на соль. Вот какой бульон, прозрачный, желтый. Головка большая чеснока, можно 1,5-2 головки. Чистим и натрем на терку. Прошло 40 минут, выложили мясо на тарелку, раскладываем его, режем, на волокна разбираем, В тарелку ложим морковь порезанную,
Ложим чеснок. Раскладываем в тарелку мясо. Через сито заливаем, через дуршлаг заливаем процеженным бульоном. Залили процеженным бульоном. Сверху ложим для украшения морковь. Можно яйцо вареное перерезать на две половинки и положить. И холодец готов. Так разливаем весь холодец в тарелки, то ли в сутки. И даем холодцу остыть. Когда холодец остынет, ставим его в холодильник. И холодец готов к потреблению. С вами был канал «Просто и полезно». До новых встреч. Подписывайтесь. Пока.